Клаус Хайслер. Мистер Хайслер, мы вас искали. Я родился в крестьянской семье в тихом городке. Достаточно подписать документы и утвердить, что вы тот, кем представились. Really? Правда? Но я высадил столько скучных историй о своей жизни. Убить его. Что происходит? Ты получишь то, что заслужил. Фрид, почему вы на меня угрожающе надвигаетесь? Я Клаус. Данки Шайн, Октоберфест, Германия. Пока Майн Либе, прощай, Майн Либе. Нам было хорошо, но скоро все прошло. Тупой закон. Офицер, чем могу помочь? Я смотрю, ты здесь часто бываешь, но я думал, ты достойный скаут. Я тут заметил, что ты не носишь шлем, и подумал, что ты не такой уж недостойный. Я отдал его на благотворительность. Шлем отправляют жертвам мин в странах третьего мира. Мой шлем — единственное, что удерживает на плечах голову маленького.